Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я продолжаю делиться с вами информацией и мониторить проект «Бонусник» под названием «Всплеск бонусов». Значит, сумму депозит я сюда закидывала 100 рублей, я уже давным-давно вернула. Ну и по каждому выводу, конечно, я видео не делаю. Но на данный момент у меня 30 рублей. Я поставлю сейчас на вывод. И тут у нас админ добавил копилку. Давайте сначала на вывод поставлю. И продолжу как бы говорить. Так, выплатить. Так, баланс мой обнулился. Как я сказала, админ добавил копилку. Нажимаем копилку. Что он нам предлагает тут при нажатии на кнопку? Так, подождите. Ну вот вклад от 50 рублей или 50 рублей. Я 50 закинула. Значит, он дает нам 8% за сутки. Вот эти 50 рублей мне будет в сутки идти 8%. Выплата моя пришла. Далее, смотрите, вывод, я хочу вам сказать, вывод в любое для вас время, но не раньше, чем через 3 суток после пополнения. Так, начисление прибавляется к вложенной сумме через 24 часа, раз в сутки поступают начисления. И по поводу вывода, при нажатии на кнопку «Выплатить» выводится вся сумма с копилки вместе, ну, с депозитом. Если вот я через 3 суток мне придут капнуться денежка, я нажму «Вывести», у меня вместе с депозитом все выведется, и опять по новой уже закидывать как бы придется. Здесь вот немножечко другая система. Никак, вот здесь вот то, что я здесь закинула 100 рублей, у меня идет бессрочно, а здесь уже придется уже по новой вкладывать. Вот такая вот фишка появилась. Ну что, на этом я буду заканчивать. Проект, конечно, не перестает радовать. Админ молодец, чат тут есть, даже вот иностранные граждане у нас здесь есть в чате. И что еще есть, как я уже говорила, группа ВКонтакте и группа Телеграм и WhatsApp. Сюда я не знаю, я не заходила. В Телеграме я есть, и ВКонтакте тоже. Ну, здесь есть вопросы-ответы, контакты. Ну, в принципе, вот так все. А, давайте я зайду на почту, чуть не забыла. Вот, 3070 моя выплата. Так, комментарии с проекта «Всплеск бонуса». Ну и отзыв просят оставить ВКонтакте. Но это уже потом сделаю. На этом вот теперь уже все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.